Иди отсюда. Для зеблов чисто по-дружески, для зрителей символически за 3К рублей. Больше нет на Киви. Посмотришь фильм «Горбатая гора» про рыбалку и мужскую любовь без наготы, фильм обещаю. Плюс кто за? Братишка, ну я не знаю там. Просто тут это самое, уже время 4 утра, да. А, ой, раз, блин, я не знаю, вот просто вряд ли кто захочет «Горбатую гору» смотреть, да. Что такое вообще, я еще сам, я не знаю, что это за фильм. Вот, сейчас. Сейчас я сделаю. Голосовашку там. Если проголосуют про «Горбатую гору», только тогда посмотрим. Что такое вообще «Горбатая гора»? Что-то знакомое название, это порнуха, наверное, какая-то. «Горбатая гора» — это моя бывшая, теорию, я согнуть не могу. Же. А, так это я смотрел, это, по-моему, нормальный фильм. Про что этот фильм? Я что-то вот как-то его что-то не помню, блин. Что-то название знакомое, вроде вот давным-давно смотрел. О, там сестра застряла в стиральной машине, и брат пришел на выручку. О, я такой смотрю, мне нравится. Мне больше нравится компания Fera Network. Ну да, это Focus Features. А мне нравится Fera Network. 1963 год. О, год моего рождения Сигнал. Почти. Дед, а? Это настолько брутальный фильм, что там нет женщин. Кора. Да и Фиди будет разводить костры любви на заднем дворе, кидая палки туда. Хоть одна будет там женщина. Дед, я 4000 потрачу, что ли, ради геев. Да, ну перебор. Мог. Это нормальная ты гора мог, без геев. Я не богач, ебучий тратит 4000. Смотри, наслаждайся рыбалкой, природа, это не то, что про геев. Знаете, это извращение, блядь. А те-то я понимаю, настоящий мужской фильм, спойлер, в конце мистерия на кукане Джокера. Тихо! Надеюсь, после все, просмотра сука. Мы поговорим о продаже твоей голой задницы. Целую, приятного тихо. Просмотра. Чё на... Пошёл на гладиолус, сука! Блядь! Сука, я так и знал, что эта тварь ничего хорошего не посоветует. Пошел на! Ну как чувствовала моя жопа? Ну не может быть там нормального. Поток удалять придется, чтобы никто не видел, что я тут делал ночью. Да и да, хороший, посмотри про любовь, про мужскую дружбу. Шло время сыграть вам с пеной сценку из фильма. Сколько? 1000 евро. Лет молодо. 1000 евро, а мы сыграем сценку из фильма. Все. Только чисто сыграем. С реальностью это никак не связано. Только сценка чисто сыграем. Роль. Короче, вот это поток, что тут был, да, секретный. Если какой-то там Ишаку, тот, сука, вот это гнид, трич. Хотя он не сможет его взять и скопировать, потому что его на ютубе за канал забанят за фильм тот. Да, он не сможет ничего сделать, сосать.